Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дарджи Ди. Мы играем в приложение ВКонтакте, сегодня поиграем в игрушку «Солдатики. Вторая мировая война». Что ж, давайте посмотрим, давайте приступим уже играть в эту игрушку. Мне предлагают развернуть экран, вот, но мы не будем этого делать. Перетащите огневую точку на поле боя, чтобы она могла защитить вашу базу. Так, давайте. Так, игра находится на паузе. Нажмите кнопку старт, чтобы начать. Окей, вон они пошли. Мне, наверное, надо было сюда ставить солдатиков. Я неправильно вот сюда надо было расположить. Не хватает денег докупить 20 долларов за деньги. Нет, мы не будем пока этого делать. Так, тут есть стрелок, есть перехватчики, есть артиллерия и есть зенитка. Может идти ускорять? Так, купите вторую огненную точку, вдвоем они будут защищать гораздо лучше. Давайте. Окей, максимум 4 можно нанимать. Этот на добивании. Отлично. Я бы сюда, наверное, поставил еще одну. Одного можно прямо к базе поставить, да? Давайте так и сделаем, вот тут. Они становятся сильнее. Так, огненная точка повреждена, отремонтируйте ее. За 7 долларов. Уверены, что хотите продать? Нет, не хочу продать. Отремонтировать хочу. Отлично, победа. Так, мы победили. Сохраните лучшие огненные точки и используйте их в следующей битве. За 100 звезд можно купить дополнительно. Не хватает денег, купите за 10. Да, я хочу купить. Хотел бы. Ух ты, круто. За 60. Энергии не хватает. 5 голосов стоит. Нифига себе, за 250 голосов. Смотрите, сколько можно купить. И нам их очень хорошо разбиться. А, кстати, можно это дополнительно получать. За достижение. То, что я расскажу, плюс одна монетка. Давайте расскажем. У меня уже 36 их. Так, давайте далее пойдем. Так, расскажите о вашем результате и получить дополнительный приз. Давайте расскажем. Так, вы заработали звезды, за которые можно покупать улучшения. Давайте солдатиков сначала усовершенствуем, я думаю. Так, стрелки эффективны против пехоты, малоэффективны против бронетехники. Параметры стрелков плюс 50. Отлично. А требуется купить предмет улучшения. Давайте докупим. Не хватает денег покупить за 250. Нет, нам не хватает. А, вот мы развились, то есть до конца стрелка. Теперь можно будет покупать, добавлять шанс нанести двойной урон. Шанс нанести двойной урон 10%. А, инженер устанавливает до 2 единиц колючей проволоки, которая замедляет перемещение пехоты на 40% и наносит урон. Быстро разрушается от техники. У меня пока нету. Тут разные, смотрите, есть. Можно за СССР играть, можно за американцев. Немножко отличаются, да, все? И за Америку.
Давайте за наш. За наших играть. Так, уровень 2. Что ж, давайте, Сталинград. Так, редактировать. Подготовьте отряд к бою. Перетащите командира на героя. Это улучшение, видимо. Ну, они более эффективно становятся. Так, Рустам Новиков. Опыт его. Обучаемость. Нажмите, чтобы продать героя. Нет, мы героев не будем продавать. Обучаемость уровень 1. Скорость прокачки опыта огненной точки 5%. Так, ну в общем это очень эффективно будет. Более эффективно, я бы сказал. Установите геройских огненной точки дешевле обычных. А, установка дешевле будет. Все понятно. Так, значит, откуда они пойдут? В общем, в результате они сюда должны прийти. Я предлагаю одного поставить, наверное, сюда, да? Он будет много, большую территорию захватывать. Можно второго сюда. Или же сюда. Ну пусть давайте сюда. В принципе, он будет тоже бить и вот этих, которые идут, и вот этих, которые так идут. Панель спецсредств принять для выхода из критической ситуации. Очень быстро чинит повреждения огненной точки. Действует две волны. Так, замедляет всех врагов. 30 секунд. Наносит мощный удар по врагам вблизи базы. Да просто развалите всех пальцем. 10-60 секунд. Он пока что так, я думаю, нормально будет. Так, вон они, сволочи, идут. Так, можно кого-нибудь установить. Куда лучше, куда лучше. Давайте лучше сюда установим. Пока справляется. Где будет более эффективно? Более эффективная точка. Как вы думаете? Давайте сюда. Так, 6 волн будет. Сюда поставим. За них много дают. Нажмите на огненную точку, чтобы повысить ее уровень. Чем выше уровень огненных точек, тем сильнее они отбиваются. За 30 можно будет улучшить. Давайте уровень 2. Вот это давайте тоже улучшим. А, нет, у меня еще опыта не хватает. Вот этому можно улучшить. Можно самолетик-перехватчик поставить. Так, нужно следить за всеми, чтобы все были живы. А куда мне устанавливать его? Или я пока не могу его устанавливать? Перехватчик. Вот где, куда мне размещать перехватчика? Наверное, нету для него такой точки. Давайте артиллерию попробуем тогда сделать сейчас. Артиллерию тоже я не могу смотреть и ставить.
И зенитку не могу ставить. В принципе, мы тут справляемся. Самое главное следить за всеми, чтобы никто не погиб. Но, видимо, вот эти надо, ну, квадратные такие шарики искать. В принципе, мы и так все хорошо справляемся. На всякий случай давайте сюда поставим. Я за этих боюсь, за танков. В принципе, он должен, я думаю, добить. Чтобы враги не прорвались, используйте звуковую волну, чтобы уничтожить врагов около базы. Ладно, понятно. Здесь еще будем звуковую волну использовать. Хотя она, я думаю, нам не понадобится. Так, победа у меня, $191 сохранился. Так, кого я выбираю? Конечно, тебя. Тебя и тебя. Отлично. Трех солдатиков забрали. Три звезды. Так, награда. Три энергии. Расскажем друзьям. Так, 160 у меня звезд. Для улучшения не хватает пехоты. Отряды. Так, чтобы было больше места. Можно друзей пригласить. Так, Владимир. Марсев. Так, жмите, чтобы посмотреть параметры наемника. А, дополнительный наемник. Далее Сталинград. 181 будет такой. Пехотинец, один танк. 35 мотоциклов будет. Ну, это чтобы знать, нас готовят. В принципе, один танк. Нам самое главное танка отразить удар. Так, боевая точка. Ты будешь мощная. Также, куда вот, наверное, вот куда-нибудь сюда поставить, вот этого. Хотя это будет на два фронта работать. Это будет эффективно. Так, и также он пойдет отсюда. Я думаю, вот эта точка будет эффективная. Так, ну что ж, гоу. Этот он-то не прокачанный. Поэтому давайте сюда, наверное, еще одного поставим. Смотрите, отбились. Так, нужно ремонтировать их.
Надо совершенствовать его. Чуть-чуть осталось. Давай, чувак, не подкачай. Так, отлично. Так, давайте на паузу нажмем. Сейчас мы вот этого совершенствуем. Можно этого тоже раскачать. А, можно уже эти ставить, артиллерию. Ну, давайте, я не знаю, кого это же. Зенитка. Поставим зенитку, что ли. Нафига я зенитку поставил? Вот же я дурак. Артиллерию мне надо было ставить. Он же пойдет здесь, или давайте на добивание поставим. Так, ну это уже другое дело. Артиллерия нам пригодится. Хотя бы одна, да, ну точно. Я думаю, лучше две сделать их. Сейчас мы вторую поставим. Чуть-чуть только заработаем. Давай уже. Пускай с двух сторон охраняет. И давайте пехотинца. Пригодится. Давайте же. Никто не проник, блин, но мы бонус потратили. Можно бонус замедления поставить, я не знаю. Да, справимся. Ну все же один бонус мы потратили с вами. Зато они не прошли. И на 5 звезд мы с вами выиграем. Вот игрушка крутая, в принципе, мне понравилась. Так, кого мы оставляем? Давайте вы двоих пехотинцев соберем. И танкиста одного. Так, дополнительные звезды получаем. 340 я могу теперь улучшить своих. Зажигательные боеприпасы. Поджигает врага при попадании, наносит 10% урона от попадания раз в 3 секунды. Вероятность уничтожить пехоту с одного попадания наносит шанс пехотинцев 3%, так. И потом в конце, давайте вот этот параметр улучшать. Также давайте артиллерию улучшим. Плюс 15%. Отлично. Это мои отряды. Вот, ну конечно, больше места лучше купить. Так, давайте тебя посадим. Это больше уровень все-таки.
Так, Рустам Новиков. Так, выгодность. Бонус. Так, доллар за убийство врагов плюс один. Следующий уровень 2. А, можно изучить параметр. Профайл. Прикольно, мы с вами потом поизучаем. Вот я думаю, эту еще игрушку. Игрушка мне понравилась, я ставлю 10 баллов из 10. Вот, тем, кому тоже нравится, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И если игрушка будет набирать просмотры, мы с вами будем продолжать в нее играть. А пока что, ребят, всем удачи, всем до скорого. Пока-пока, с вами был Дарриди.